В Coral Club я пришел 8 лет назад на здоровье. У меня детский церебральный паралич с рождения. Передвигаюсь в коляске. На тот момент мне очень надо было привести в порядок свое здоровье, так как у меня были сильные обострения спастики. Как вы понимаете, с моим диагнозом, даже окончив вуз в области IT, устроиться на работу было нереально. И это тоже давало дополнительный стресс. Продукты мне очень помогли. И через год, когда я получил свои результаты, меня пригласили на события, где и познакомился со своими наставниками и с вышестоящим лидером Винетой Медунецкой. И на событии я увидел возможность, как реализовать себя. Но все не происходило сразу. Мне понадобились годы для того, чтобы развивать в себе нужные навыки. Это не было легко. Я даже вначале не мог говорить так, чтобы другие люди меня поняли. Но это не давало мне повода сдаваться или думать, что это не для меня или это не работает. Надо понимать, что это не спринт, это маратон. Я каждый день писал вопросы наставникам. Мне все интересовало. Я каждый день учился. Со своим упорством и настойчивостью я достиг того, что я попал в голову своей наставницы Виниты Медунецкой. И мы реально начали работать. Я делал все, что она говорила. Я участвовал во всех мероприятиях, внедрялся в командную работу, изучал материалы, шаг за шагом выходил из зоны комфорта, работал над собственной домашней страницей, работал над собой и ментально, и физически, чтобы в конце стать экспертом в нашей индустрии. Я помню еще, как 5 лет назад мы с Винитой делали первое видео насчет моего результаты по здоровью. Мы потратили целый день в 30-градусной жаре для того, чтобы снять 2 видео. Да? Вот. И первых потребителей я нашел через соцсети. Потом появились лидеры, которых мы подключили к системе. Это можно сравнить с ручьем, которое постепенно движется к большому водоему и даже со временем становится океаном. Мы все работаем в команде. Я опора для нее в плане IT, так как я учился на этом. И мы в таком образом создали бизнес-систему, через которую люди развиваются и приходит в нашу команду. Я 4 года сидел в статусе
директора и со статуса серебряного директора до мастера мне понадобился один год. Я систематически шел вперед, я с этими вопросами доставал Виниту каждый день. И я делал все, чтобы развить себя как личность, как лидера, как человека. И это для меня требовало гораздо больше работы, энергии и времени, чем у любого другого человека. И прошло немало времени, пока я смог все свои знания передать своим бизнес-партнерам. На сегодняшний день у меня бизнес-партнеры в нескольких странах мира, и у этих людей нет проблем с передвижениями, с речью, и есть намного больше преимуществ и возможностей. И я осознаю то, что я продвигаю, они же могут это умножить 10 раз больше. И в конце хочу сказать, что у каждого человека есть выбор быть жертвой генетических проблем или же изменить свою судьбу. Если я смог, то любой человек может создать свой международный бизнес в этом океане возможностей. Спасибо за внимание.